моя Марусечка, попляшем мы с тобой, моя Марусечка, а все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. В этой постановке только движение и ни одного слова. Молодые актеры Тюза рассказывают о военном времени языком жестов. Оттого простая по фабуле постановка и сложна. Ведь сыграть надо так, чтобы монолог возник у каждого из зрителей. Место действия в постановке скорее метафорично – танцплощадка во время 41-45-го. Чем жили в эту эпоху? Тяжелой работой да небольшими встречами. Владимир Золотарь о спектакле говорит, что это всего лишь некая попытка честно прикоснуться к судьбам людей, которые прошли через войну. Для нынешнего молодого поколения 9 мая как музейная дата. У многих уже даже деды не воевали. Но знать о Великой Отечественной необходимо. Даже для этих ребят и для тех ребят, их сверстников, которые придут смотреть, как-то важно что-то через, как-то через это пройти. И здесь важно было, ну как бы, понимаете, затеять какую-то историю, в которой они могли бы быть причастными и при этом, ну понимаете, не изображать бойца, вышедшего из окружения. Того, что у них нигде нет, ни в телесном опыте, ни в каком. Из них, пардон, там в армии почти никто не служил. Война где-то там. Она прилетает на танцплощадку какими-то осколками. То похоронкой, то безногим солдатом. Этюды абсолютно не перегружены эмоциями и страстями. Но думать и сострадать заставляют невольно. Я думаю, что в любом случае, даже если придут совсем какие-то молодые ребята, там 15-16 лет, может, даже еще младше, их все равно это не может не задевать. Да, потому что все люди и всех каждый должны почувствовать, конечно же. Потому что ситуация расставания двух влюбленных или расставания с мамой, уход вообще в неизвестность. Вот то, что как мать это переживает, как это, что потом из этого всего получается. История предательства, она вечная. Эту историю маленькую, камерную, без слов, решили показать, находясь как можно ближе к зрителю. Поэтому здесь же на сцене приготовили 175 мест. Несмотря на камерность, в постановке все же используется большой зрительный зал. В спектакле он играет роль другой действительности – войны. Марина Бугрова и Артем Колесников. Антенна 7.